Мої вітання усім в ефірі. Інформаційна програма на часі про здоров'я на прохання наших глядачів сьогодні обговоримо тему захворювання суглопів та хребта разом із нашим постійним гостем, директор клініки інтегративної медицини «СмартМед» професор Анатолій Доровських. Добрий день, рада бачити вас вкотре в нашій студії. Розпочинаємо як завжди з найголовнішого. Розкажіть, будь ласка, які хвороби опорно-рухової системи найбільше дошкуляють людям. Ну, это в первую очередь э, артрит и артроз. Mm -hmm. Это а, артрит это воспаление арт-сустав, артро-сустав, ид, э, по латыни воспаление. То есть воспаление суставов. Это один одни из, из самых массовых, а второе это. Артроз – это когда уже идет деструктивный, то есть, скажем, не просто воспалительный процесс, а само разрушение уже либо хрящевой оболочки, либо самого сустава. То есть, это уже такой достаточно серьезный следующий этап. Есть еще, допустим, такой остеопороз – это когда дефицит кальция в костях кости становятся хрупкими, особенно в пожилом возрасте. Это часто там перелом шейки бедра бывает при дефиците. Это достаточно серьезное заболевание. но ну, еще очень много всевозможных заболеваний, и остеохондроз, и отложение солей в районе позвоночника и так далее. Какая причина их выникнения? Знову ж таки, неправильный способ житья ага. життя, малорухливость, генетика. Что тут виде роль? Вы знаете, в первую очередь, это вопрос качества обменных процессов в организме обмены то есть усвоение метаболических процессов в организме. А это в первую очередь связано с, на, с работой желудочно-кишечного тракта. Допустим, если по китайской медицине э, меридиан, на котором находится сустав, он, это тот же самый меридиан, где и желчный пузырь. Поэтому всегда, когда мы начинаем вот, работа качества опорным двигателем сустава, всегда надо проверять, как э, э, желчные работает. Угу. А желчный это печень. То есть Ой, это... <laughs> очень часто. Один из моментов качества работы, то есть упругая, гладкая, это что у нас? Кремний. Дефицит кремния, допустим, в качестве работы. Вот воспаление суставов. Мы поэтому разработали, у нас есть такой препарат артрофил, который снимает воспаление суставов очень хорошо. Обезболивает и снимает суставы там и скажем, Бактериальную флору убирает, и так далее. И второй – это спортивный крем. Это тоже на базе нанокремния это сделано. И вытяжка там очень много из сапропеля вытяжка, то есть очень много микроэлементов. И вот в комплексе эта двоечка, как мы ее называем, суставная двоечка, очень хорошо помогает и в решении вопросов суставов обезболивание и снятие, самый главный воспалительных процессов и восстановления. А с точки зрения обменных процессов, ну всегда, где обменный процесс? В желудочке, тракты начинаются. То есть надо давать. Есть, правда, у нас специальные препараты растительные, остеофил, который улучшает работу и тоже снимает воспалительные процессы на суставах. А в то же время надо то, что у нас называется элементарная работа, выделительных систем. Это в первую очередь желудочно-кишечного тракта, это работа печени поджелудочной. И мочеполовой системы, почки. Очень много зависит водно-электролитный обмен, или водно-солевой его еще называют обмен. Он в первую очередь связан с, с качеством работы в первую очередь, печени, во вторую очередь качеством работы почек. Тобто, ці вот дві системи нада приводі заніма? Чим би ти не займався в організмі? Їх надо завжди приводити в порядок. Зрозуміло хвороби опорно-рухової системи. Їх можна вилікувати раз і назавжди, чи з ними доведеться жити все життя? Вы знаете, вот мое глубокое убеждение, может быть кто-то со мной не согласится, ну вырванный зуб, конечно, не восстановишь, но почти все в организме можно восстановить. И вот в этом плане, почему вот мы в Ужгороде, я сижу в Ужгороде, потому что у нас здесь в Золотой горе есть клиника, где великолепные термальные воды, насыщенные кремнием, поликремниевыми кислотами. По, составе, по количеству поликремниевых кислот аналогов в Украине нет. Это одна сторона, то есть использование термальных источников. Второе, вот нашими учеными совместно разработана специальная лечебная грязь, опять на базе кремниесодержащих вулканических пород. Это уникальное, единственное месторождение в Украине есть, в Винницкой области мы используем оттуда. Ну и плюс всякие добавки там на ноу-хау, так сказать. И, плюс вот то, о чем я говорил, артрофил, и спортивный крем. Вот у нас был пациент здесь уже в клинике в Ужгородской, пациент из Словакии. У него 7 лет был привычный вывих плеча. Уже была назначена операция по пластике связок. Вот ему делали в течение 12 процедур через день шло. Он приехал сюда просто восстановиться перед операцией, чтобы легче идти. Делали лечебную грязь, делали артрофил, спортивный крем, делали по восстановлению ЖКТ Препараты, и через вот 24 дня у него отменили операцию. Wow. Он... То есть, на самом деле, можно сделать очень много, но если, если уже полностью разрушился сустав, то, то конечно только заменить, то не надо только до этого доводить. То есть вопрос опять работы желудочно-кишечного тракта, работы, наличия микроэлементов, всех микроэлементов, в первую очередь кремние. Использование, когда какая-то возникла, допустим, или травма небольшая возникла, ну, по жизни всякое бывает, там оступился, там где-то упал, там ударился, то применение наших средств позволяет не пустить в хроническую стадию процесса, чтобы это ушло, а это убрать. То есть это на самом деле процентов 90-95 можно людей убрать эти проблемы, они будут себя чувствовать очень хорошо и хорошо угу, ходить. А які перші тривожні симптоми, що свідчать про зміни в опорно руховій системі, е, і є сигналом до того, що потрібно звернутися до лікаря? Ви вже розказуєте про такі глобальні проблеми, коли потрібна Не операція? Знаєте, а як? я от про ці дзвіночки перші хочу. А перші дзвоночки. Ну, машины сейчас вон, полный Ужгород, тоже припарковаться негде. <говорит> Я уж про Киев не говорю. В Киеве вообще, если за два квартала от места назначения нашел место для парковки, ну, считай, тебе очень повезло. Особенно в центре города <говорит> мы ходим. Все сегодня ходят, машины имеют. И спросите любого автолюбителя, что надо делать? Он говорит, ну как, 10 тысяч километров, куда идти? На ТО, на техобслуживание, техо масло, фильтры поменять. А то, что человек открытая система, подвержена и внешнему воздействию, начиная от электромагнитного воздействия, неправильного питания, там, стрессов и так далее, и так далее, вы больше меня перечислите. Регулярно пройти техосмотр, то есть прийти раз в полгода к врачу и проверить свое состояние, сделать анализ крови, сделать состояние и поменять фильтры и масло, как говорится. То есть сделать что-то такое дело. И вы тогда не допустите. А если симптомы, когда? Когда дисковые у нас когда начинают, когда уже выхлопная труба отваливается, то есть уже ходить больно, у нее там что-то побаливало, да ладно, буду ходить. А когда уже, простите, наступить не может уже на колено или колено вот такое вот разнесло его, уже горячее, вот такой там воспалительный процесс, ой, побежал к врачу. То есть вопрос того, чтобы у вас, то, о чем вы говорите, профилактика. И самосведомость. Да профилактика, ну, включите мозги, ну, раз в полгода, два часа в день. Вот врач интегративной медицины за два часа делает полное обследование от макушки до низу, состояние суставов, состояние всех органов, наличие всех инфекционных агентов. И все получается. Угу. А, сделайте два. Одна из причин вот, наличия артритов, артрозов, это инфекционная. И такой инфекцией в первую очередь является хламидия. Казалось бы, где хламей, бы кто там, типа, всегда мы привыкли, венерологи занимаются. То есть, если там неаккуратный партнер был и так далее, чего-то цепанули и хламидия. На самом деле, основным переносчиком хламидии являются птицы. Орнитоз. Возбудитель его является хламидия. Хламидия пситации пневмониали. Когда она попадает в организм воздушно-капельным путем, либо половым путем хламидий трахоматис то действуют они на самом деле все одинаково. Органы поражения для хламидий, в первую очередь, это суставы и сосуды. Вот по сосудам, если говорить, сколько пациентов, ну сотни пациентов, которые у нас прошли со стенами, ну у которых, стены, знаете, трубочку такую составляет сосуд, если сосуд разваливается, трубочку вставляют, у 100% мы находили хламидиозную инфекцию. Потому что хламидия это, это так сказать, промежуточная между бактерией и вирусом. То есть бактерия имеет свою энергетическую фабрику митохондрии, а, а хламидия не имеет. Но она сложнее, чем вирус. Поэтому она живет внутри клетки, то есть ей нужна энергия клетки. По мере того, как энергия она истощает, клетка погибает, хламидия переходит в другую клетку. И этот процесс неторопливый. Поэтому вы можете заразиться, допустим, 10-15 лет назад хламидией, а в суставах и поражают вот, э, хрящи. Вот оно потихонечку начинает за 10 лет начинают хрящи разрушаться. Потому что клеточка за клеточкой начинает разваливаться. Кровеносной системы в хрящах нет. Поэтому туда добраться очень сложно. И происходит разрушение. Вот если посмотрите э, в селах, там, где с птицей, как правило, всегда, ну, в хозяйстве всегда какие-то куры, утки, всегда есть. К 40 годам у женщин, как правило, пухшие суставы. Так, так, понятно. Все там от тяжелой работы и так далее. На самом деле, первопричина это является хламидиозная инфекция, артрит хламидиозный. Угу. А, и это, конечно, приводит а, к очень неприятным последствиям. А, следующее, это есть а, Артриты связаны, танзилитарный артрит, это связано то, что если хронические инфекции на горле, высокий уровень стафилококков, стриптококков, и у вас опять происходит воспаление суставов. Одна из причин, вот если бактериальных инфекций, у нас был такой уникальный случай, приходит женщина, ну, распухла нога, подагру ставят, артрит, нога ступить нельзя. Побегала-побегала, мази матери Ну ничего не получается. Пришла к нашему доктору, как Александр мы, Это наш доктор смотрел очень опытно. Она смотрит, говорит, так это сальмонелла на печени в хроническом состоянии. Вот токсины сальмонеллы привели к воспалению суставов на стопе. Угу. Далее против сальмонеллы, там нефроксизит, по-моему, если память не, не ошибается моя, через три дня все стухать, а через пять дней вообще ничего. Вот элементы, казалось бы, где сальмонелла на печени и где на колени. То есть это вопрос организм, сложная взаимоувязанная система. И наличие инфекционных агентов вот приводит, в первую очередь бактериальных, она приводит к очень э, серьезным по проблемам в опорно-двигательном аппарате. А начался сустав разрушать, и оно потихонечку. Что значит колено начало болеть? Дальше колено болит, человек начинает меньше наступать на это колено. То есть перекос идет. Идет перекос, перекос крестца. Перекос крестца, дальше у вас голова станет Все, у вас пошла спина болеть. Пане Анатолию, дозованный спорт – це панацея от хвороб опорно-руховой системы? Ну, панацеи нет, это в принципе, потому что если в каком-то исходном состоянии, если, допустим, те же хламидиями поражена, до да сколько бы вы мне качались в зале, все равно вы придете к проблеме. Это однозначно. То есть, с точки зрения вообще спорт дозирован спорт, а точнее физкультура. Спорт он вреден особенно профессиональный, а физкультура она движение надо, потому что движение еще раз говорю, что опорно-двигательный аппарат, то есть мышцы должны быть в тонусе, чтобы держать позвоночник. Если позвоночник держит мышцы, если здесь мышцы уже расслабились, у вас позвоночник будет как угодно болтаться. Поэтому закачанная спина, закачен мышцы шеи. А потому что еще одна из проблем, допустим, того, того же, вот, если мы по опору, зрение. Мы сидим все время, сейчас дети сидят, вот, наклонились над компьютером, над гаджетом все время. Смотрите, вот эта поза. Неправильно да, 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 неправильно. Мышцы не закачаны, расслабили. Потом вы назад встали, зажали. Где-то мышца зажала сосуды, вот у вас пошли головокружение, головные боли. И зрение плохо село. Возьмите, приведите в порядок мышцы, поставьте атлант на место, поставьте весь позвоночник выровнять. И получится все совершенно другая как говорят, история. Поэтому спорт ⁇ это необходимые условия, но недостаточно. А массаж? Вот Я к сюда массажу допустим. Массаж всегда хорошо. А массаж ⁇ это лимфодренаж. Лимфодренаж всегда полезно. Это элемент восстановления иммунной системы. А восстановление иммунной системы, тогда все в организме, потому что восстанавливается, хорошо работает иммунная система. То есть массажи, да, я полезен, то есть это опять из необходимых условий, но просто массаж, он не решит проблем тех же суставов, а решит проблемы, то есть надо понимать первопричину проблемы, тогда можно решить. То есть это тоже из области необходимых, но недостаточных. Мне интересно, какое ваше ставление до народных цілителів, знаете, таких «костоправьев»? Ну, я в целом, знаете, есть, э, был в Кабеляках, вот фамилия выскочила, уникальный э, такой, он, он врач, профессиональный врач, и там центр позвоночника был построен для него. Но, к сожалению, это вот от Господа Бога, от природы. Вот у него к нему там очереди людей там сейчас уже другие люди и результатов конечно тех нету есть такие бывают это ну для этого есть сегодня факультет реабилитологии где готовят людей и правильно вот в киеве есть уникальный доктор тесто с нашей клиникой работает андрей кириллович ли отец у него кирилл ли ему 83 года к нему там очередь но ну, это профессиональные врачи бывшие военные врачи оба такая семейная но вот, то, что они делают, в основном тот же Атлант поставить на место, ну, он ставит великолепно. А поставил Атлант на место, весь позвоночник выравнивается, крестец на место поставили, человек уже совершенно по-другому. Головные боли, зрение улучшает, очень много чего. Это все у клиники интегративной медицины? Да, это все есть. Это все. Все есть, с этим мы работаем, потому что, еще раз говорю: что есть шесть пунктов восстановления здоровья человека. Вот основные, которые, каким бы вы заболеванием ни занимались, уберите, выявите, уберите инфекционных агентов, уберите все, запустите три системы: лимфосистему, лимфодренаж, микроциркуляцию крови и нейропроводимость, уберите все воспалительные процессы, дайте органоподдержку, дайте кинезиологическую коррекцию, то, о чем мы сейчас с вами говорим, и психосоматическую коррекцию. Все, і ви вилічті із любого заболювання. Ну з 95% процентів ви витишіть чоловік, особливо хронічних. Ми вже з вами зачепили ту тему, що а, хвороби опорно-рухової системи а, зароджуються в дитинстві. В дитинстві це знову ж таки неправильна постава. Батьки часто не слідкують за тим, як дитина сидить в школі за партою. Да. Так, скажіть, будь тут ласка, сидім, тут декілька так. порад батькам. А, як ви передати ці захворювання знаєте, опорно рухової от, системи? А... Когда искажение, искривление позвоночника, у нас есть уникальная профессор Ковалева Ольга Владимировна, она разработала методику, есть небольшой такой прибор, ЛИИД, частотно-резонансная терапия. Вот сейчас все, у нас много врачей владеет этой методикой. Вот а реально, когда сколиоз у ребенка, ну сколько у ребенка исправлять сколиоз? Это где-то год-полтора лечебной физкультуры ходить. Вот на этой методике ольга владимировна она за 30 максимум 40 минут ребенок выходит с идеальной ровной спиной. Через месяц, может быть, еще одну коррекцию надо будет сделать, потому что минут процентов на 15. Но физкультуру, после того, о чем вы говорили, после этого никто не отменил, потому что мышцы спины надо закачать. К сожалению, сегодня только 6% детей у нас занимается в спортивных секциях. У нас к 10 классу 6% здоровых остается детей. То есть фактически дети все больные. Одна из проблем – это состояние опорно-двигательного, потому что неправильно искривленный позвоночник, на позвоночник замкнута иннервация всех внутренних органов. Как внутренние органы на позвоночник влияют, так и позвоночник на внутренние органы. Это процесс взаимный. И если позвоночник искривлен, где-то зажата нерв, то нарушается иннервация какого-то органа, того же желчного пузыря, отток желчи, по-другому иннервация идет и пожалуйста вы получили проблемы совершенно в другой области уже желудочно-кишечного тракта сердечно-сосудистой системы и так далее поэтому вопрос состояния от опорно-двиг особенно детей это надо глаз до да глаз родителям поэтому если какой-то вы видите вот ребенок встал ровненько плечики неровные вот посмотрите уши ровно или неровно вот мочки ушей угу. у ребенка плечики ровные, лопатки ровно должны стоять. Если этого нет, есть сколиоз. Немедленно топайте к врачу, если вы не враг своему ребенку. Питання, яке хвилює, я думаю, багатьох, зокрема і мене, це міжреберна неврологія. Скажіть, будь ласка, вона відноситься до проблем опорно-рухової системи? Ну, міжреберна невралгія, вона може теж кучу причин і інфекційну природу, і механічну. просто травматичне травмою. Ви, ви дернулись, як то не так, і зв'язане з станом, опять же того ж позвоночника його. Конечно, это надо... Опять доктор должен найти первопричину, понять. Это инфекционный агент, это травматическое отягощение, это паразитарное отягощение. Из-за этого бывает иногда, из-за элементарных гельминтов. Разобраться, и тогда, когда ты понимаешь, ты убираешь первопричину, и все восстанавливается. Окей, підбиваємо підсумки для того, аби опорно-рухова система людини була в нормі, правильно харчування. Надо любити себе, любити себе. <су> своїх дітей, угу. вовремя водити їх на профілактику, слідити за дитином, не гаджет підсунути, а м'ячик погонять во дворі папі з мамою. с потратьте потратить и вам будет на пользу здоровья, и ребенку будет на пользу двигаться. Следить за состоянием, опять же, здоровья. Есть несколько элементарных приемов, о которых я сказал. И второе, ну раз в полгода придите, проверьтесь. Сделайте комплексную проверку всего организма. Пусть врач посмотрит. Вот мы сейчас внедряем в наших клиниках, есть такой швейцарская разработка, к сожалению, не украинская, сканер позвоночника. Это вот три раза проводится по спине, это мы сделаем, может быть, видеосюжет в следующей передаче, когда в Ужгород привезем его. Наклонили спину, назад отклонили в прямом состоянии, и у вас буквально сразу же с нажатием кнопки все состояние позвоночника на экране у врача. И врач видит уже, что какие коррекции делать. Угу. То есть это безболезненно, это нет облучения, это пассивный метод, и все очень хорошо смотрится, такие методы есть. Завжди після розмови з вами я така, знаєте, позитивно заряджена, і вже знаю, що ввечері будемо ганяти м'яча зі своєю донькою. я был курсантом в военном училище учился, у нас начальный курс всегда говорил, товарищи курсанты, спасение утопающего, в первую очередь это делал рук самого утопающего. Хотите быть здоровыми, будьте ими". но для этого надо чуть-чуть потратить времени и денег. И прийти у клинику интегративной, интегративной медицины, медицины, да. находится в нас да. в Ужгороде. В Ужгороде, в Золотой горе, где есть великолепность с точки зрения восстановления. Мы сейчас со всех клиник, со всей Украины сюда направляем людей для лечения. В первую очередь, одна из первых очереди, это желудочно-кишечный тракт, І вторую опорно-двигательний апарат. Що ж, дякую вам е, за цю цікаву, корисну, потрібну розмову. Я нагадую нашим глядачам, що ми спілкувалися з Анатолієм Доровських, професором, директором мережі клінік інтегративної медицини SmartMed. Бажаю вам залишатися здоровими. Побачимося рівно за тиждень. Нехай щастить.